Ну, в общем, как в конце прошлого видео, уже получается в конце прошлого видео, значит, я собирался создавать новых тяжелых всадников. Удалось мне создать только одного, вот этого вот Лукаша. В общем, я просто довооружил вот это вот девок тут, ну и всех остальных. Короче, мне не хватает снаряжения, вооружения, не хватает коней для того, чтобы создать новых всадников. Ну и, значит, как уже не первый раз, я не на ту кнопку нажал. И теперь, значит, вместо паузы видео получается новое видео. Ну, пусть уже ж, ладно, пусть будет так. Что ж теперь делать? Так, на рыночную площадь, торговец вооружением. Здесь я продам то, что снял с этого Лукаса. Ну, такое вооружение нам не нужно. Вернуться назад, тут, значит, уйти. И тут я, короче, буду управлять гарнизоном. Буду набирать. Нет, сначала я съезжу в Венгард и заберу там всех командиров отряда. Да. Что-то так расходился. На самом деле мне не хватает простых вещей. Мне не хватает брони, не хватает лошадей. У меня есть еще пару лошадей, этих бронированных, но у меня уже нету брони. Грейс в своих навыках. 14 силы дадим Грейс. В общем, готово. И не важно. После того, как я привезу командиров отряда, я буду уже тогда собирать армию на замок Карав, там где сидит 500 человек гарнизона. Гарнизон серьезный, я же говорю, там и эти самые есть, и мамилюки, и воины есть, это самое сарницкие, много лучников, арбалетчиков. Так, управлять гарнизоном. И здесь я посмотрю, где мои тут эти командиры отрядов. Вот они, командиры отряда, 5 человек. Так, и сестра меча. Я заберу сюда сестер меча. Готово уйти. И сразу, чтобы не забыть, я, значит, у меня командиры отрядов, они в свите. Я, значит, свиту эту переименую. Вот это без имени 3. Свита будет переименовать без имени. Что она там без имени 8 было, да? Это свита. Без имени 8, пусть будет без имени 8, окей. А без имени 3 я переименую в свиту. В свиту, да. Переименую в свиту, окей. Сейчас проверим, закрыть. Значит, у нас командир отряда свита. И мне надо кого-нибудь назначить, чтобы управлять свитой, кого-нибудь себе в свиту. Это будет Ава, Амбра, Шиара, Лорена, Наталья, Грейс, Элла, София, Жасмин. Скорее всего, Ава будет в свите. Поговорить с Авой. В своих навыках Ава. 22 уровня. Окей, не важно.
Ну давайте АВУ переименуем тоже в свиту. Закрыть. Ну, чтобы управлять мне этим, значит, если, допустим, у меня будет 3. Так. Если у меня, например, будет 3 отряда и командиры отрядов всех трех, я не смогу ими управлять, потому что у меня в отряде юнита и свиты не будет, и я не смогу им приказывать никак. Я не знаю, может через клавиатуру, но через клавиатуру это сложно. Да, твою мать. Саранийские султанаты, великие княжества вегиров согласились заключить мир. Это, конечно, очень-очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Да, не успел я, не подумал. Если бы я заранее перевез бы командиров отряда в Шарис, я бы успел бы, конечно, до заключения мира осадить замок. И, может быть, даже успел бы захватить. Но так я не успеваю, и мне придется, значит, какие-то другие искать способы. В общем, я могу плюнуть на этого, как его самого. Ну, все равно мне тогда, если я создам свое сейчас государство, допустим, то я уже не буду с саранидами в состоянии войны, я с ними буду в состоянии мира. Боярин Дэвид отрекся от клятвы верности королевства Радоков. Радоков уже. Так, управлять гарнизоном. И командиров отряда я отдам. Сестер меча я отдам. Ага. И АВУ опять назад переименую. Тяжелые стрелки. Свита мне сейчас уже будет не нужна. Да. Не очень, значит, все это. Не очень. Ну что ж, заберу баши. И заберу еще одного атамана. Готово. Уйти. Посмотрю, что у меня делается. Там у меня было 2 лошадей, по-моему, они в Бомбай, да, где-то. Угу. На твое вооружение, на твое имущество Бомбай. Да, вот они, эти 2 лошадей. Угу. Рогатый большой шлем. И вот еще один крылатый шлем. Вот, значит, 2 пары рукавиц. 2 доспеха. 2 латных сапог. 2 Моргенштерна. 2 одноручных рыцарских топора. 2 копья. Ну, еще надо 2 щита где-нибудь найти. Назад, неважно. И, по-моему, Даниэля где-то это все тоже было. По-моему, сбросил здесь 1 стальной щит. Угу. Все это мы, конечно, добавим Бомбайду. Да, я расстроился, очень расстроился. Я уже настроился на то, чтобы захватить замок Караф. И после этого начинать, значит, уже создавать свое королевство. Но, как видите, не получается. Не стал со мной этот самый считаться с моими... Ну, он вообще-то не знал о моих планах. Так, назад, неважно. И где-то тут еще было у кого-то. То ли у Айдена, то ли у Лукаса. А ну-ка у Айдена посмотрим. На твое имущество, Айден. Ну, тут у него кроме мяса ничего нету этого. Говядины этой. Такого толкового. А, Лукас. Поговорить с Лукасом. На твое имущество. Ну, Лукаса тоже такое все. Прям. Ну, правда, вот это копья надо забрать у него, этого Лукаса. И отдать их Бомбайду. Угу. Не знаю, у кого ты говорить твое имущество. Ну, щиты были, я помню, что были щиты. Надо где-то их искать. А. Нет, неправильно я сделал. Надо где-то их искать, а где, я не знаю. Да. Так, Грейс. Ну, этих не будет. Ну, значит, посмотрим Дасона. Дасон, поговорить на твое имущество.
Ну, до сона здесь. Щитов нету. Дасон. Айден Лукас. Ну, этих нету. Матель, Катрин, Хана. Ну, может, у Хана еще есть щит. Посмотрим. Не, у Ханы тоже нету такого щита. Металлического. Ну, еще посмотрим в этом самом в лагере. В походном арсенале, может, где пропустил металлический щит. Ну, тут есть вот радокский стальной щит. Наверное, возьмем радокский стальной щит. Так, пока что все. Продолжить путешествие. И я, значит, попробую создать с Баши атамана. Поговорить. Я за тобой, ты храбро сражаешься. Имя Ян. Я, пожалуй, за тобой еще послежу, потому что Ян у меня уже есть. Поговорить, сражаешься. Милайн. Вот Милайн есть у меня или нет? Я не буду рисковать, я не помню, есть ли у меня Милайн. У меня же еще есть эти самые Баши. Еще раз я с тобой поговорю. Храбро сражаюсь. Эрик. Ну вот не знаю, Эрик, Милайн, где-то у меня есть эти Эрики и Милайны. А ну-ка давайте посмотрим в гарнизон. Эрик есть у меня. Милайна нету. Надо было Милайном делать. Ну ладно. Уйти. Нету этого самого генератора имен. Не работает он. Потому что, ну, товарищ говорит, что он нагружает. Значит, оперативку лишнюю берет. Дагон. Дагон у меня точно есть. 100%. Поговорить. Сет. Сет у меня тоже 100% есть. Поговорить. Стивен. А вот Стивена нету. Стивен у меня тоже есть. Да, вот он, Стивен, как раз. Поговорить. Джошуа. Вот у Джошуа у меня нет. Вот Джошуа присоединяется. Угу. Отлично. Я с атаманом заодно поговорим. Храбро сражайся. Адам. Вот Адама у меня тоже нету. Пусть будет Адам. Не все равно, как его зовут. Так, Джошуа. Поговорить с тобой, Джошуа. О твоих навыках. Джоша 7 интеллект, ловкость ему дадим, значит, как минимум ему надо 13 силы, и у него будет 7 ловкости. Да, Джошуа у нас, конечно, не фонтан. Владение оружием дадим, и атлетику мы ему дадим. Ну и пока что все, больше мы этого Джошуа ничего давать не будем. Готово. На твое имущество, Джошуа, у него здесь есть булатный меч вигирского, значит, этого самого, и красная бригантина. Она ему абсолютно не нужна. Значит, на твое снаряжение мы ему дадим вот этот рыцарского боевого коня. Будем иметь в виду, что это конь, который ему, ну так, значит, Моргенштерн, топор и большое рыцарское копье. Это мы все даем. Здесь мы ему дадим рогатую шапку эту. Перчатки красные. Доспех с нагрудником тоже красный. И латные сапоги. И вот у нас уже есть еще один, значит, конница. Еще один всадник, которого мы поднимем выше. Мы его поднимем выше Дасона. Хотя он этого, конечно, не заслуживает в табеле о рангах нашего. Ну, чтобы лучше было, конечно, да. Вот Джошуа этот пусть будет. Конница, Лукаш конница, Ян конница. И Адам. Поговорим с Адамом. Адам это тоже сделан. Так, из атамана. Поговорим о твоих навыках. Ну вот ему надо тоже минимум 13 силы. Минимум. И у него будет 12 ловкости. И это хорошо. И мы ему, значит... Ой, у него владение оружием какое огромное. Не, отменить. Значит, мы ему даем... мы ему даем 10. Опять не так получается. Отменить. Мы ему дадим 14 силы.
14 силы, 6 интеллекта и 9 ловкости. Вот так. Ну, у него все тут прекрасно, конечно, у этого атамана. Все просто замечательно. Мы ему только добавим упаковки, вот это 2. У него 6 владения оружием. О, атаманы вообще с ними. Оказывается, будет хорошо все. Вот мы ему сделаем 200 одноручное, все остальное, вот остального всего одно очко. И мы бросаем его в древковое. Значит, готово. Угу. На твое имущество. Имущества у него нету. На твое вооружение и снаряжение. И здесь мы ему дадим вот эту шапку. Вот этот, значит, этот самый. Вот эти вот. Перчатки, латные сапоги. Вот эту лошадь. Прекрасно, значит, Моргенштерн мы ему дадим. Дадим, значит, вот этот родовский стальной щит. Большое копье. И одноручный рыцарский топор. Все. Остальное мы все продаем. Важно. И, значит, отдам, у нас будет конница. И мы его поднимем сюда, значит, выше. Где-то выше Дасона к этому Джошуа. И теперь у меня должно получиться, я не знаю, сколько у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тяжелых всадников рыцарских. Ну, правда, конечно, условно пока что рыцарские всадники, потому что Бомбай там примерно приближается, значит, к рыцарскому всаднику, к такому рыцарю более-менее 25 уровня. Все остальные, конечно, пониже уровнем и послабее, но все-таки, это уже, значит, мы зайдем в Шарис, на рыночную площадь, торгую с доспехами. И продадим здесь вот этих всех степных лошадей, вот эти вот, ну все это продадим, что с них натаскать. У нас, значит, противников остаются одни только, одни свады, и поэтому мы едем и будем спешить, потому что этот Яроглек сейчас со свадами еще заключит этот самый договор. Да. Ну, в общем-то, сейчас, если посмотреть на вещи так нормально, то мне, собственно говоря, уже и это самое. И что там? История. Байрон Лан попадает в плен. Значит, мне уже не выгодно, чтобы вигиры расширялись. И я уже твердо решил, что я с ними, короче, раз это самое, расстанусь при самом удобном случае. Я не знаю, когда будет этот удобный случай. Наверное, был удобный случай, но я его прохлопал. Вардуна, Байрон Дэвид. Ага, отлично. Предпринять враждебные действия. Разграбить деревню, потом ее сжечь. Я буду грабить и сжечь деревню. Продолжить. Ну и разграбил и сжег только для того, чтобы получить, конечно, вот эту еду. Потому что с едой плоховато. Я решил разграбить и сжечь деревню. Эта деревня уже сколько раз ограблена. У них тут, в общем-то, кроме еды уже ничего не осталось. Так, назад. И кто тут скачет? Там Тарчас. Не знаю, нужен мне этот Тарчас. Так, стадо скота мне не надо. Сейчас я его брать не буду. И я сейчас поеду где-то бить этих самых свадов. Ну, свады. О, прекрасно. Здесь Байрон Дэвид получает от Мерчауда и графа Клайса. И мы поможем Байрону Дэвиду. Не, Байрон Дэвид к нам хорошо вообще-то относится. Ага, мне нужно идти. Байрон Дэвид. А, значит, вовремя. Что тут у нас? Мерчауд один рыцарь. Клайс один рыцарь. Ну, прекрасно. Мы нападем на Мерчауда. Ага. И Байрон Дэвид, и Байрон Клайс к нам присоединяются. Да, Мерчауд. Жаль. Мне тоже жаль. Не. Это очень. Хотя, в общем-то, собственно говоря, почему бы и нет. Ну,
них такая же, примерно такой же самая армия, как и у нас, того же самого состава, так что в принципе, уже говорю, ради бога, почему бы и нет. Хотя, конечно, мне не нравятся вот эти такие карты, конечно, в них тяжело конница воевать. Много пехоты заспаунилось тут этого, и мои лучники, и пехота графа Дэвида. Тяжелые пехотинцы свадийские. Пока доберусь от этого врага, мы скомандуем конницы, значит, верхом, а конный стрелков мы, наверное, спешим. Ну, это самое, пусть лучше постреляют. А вот тут наши тяжелые стрелки, короче, да, прекрасные наши девки, которых мы сейчас, наверное, выставим вот тут, вот здесь вот, и пусть бы они лучше постреляли, чем полезут с мечами. Да, вот тут мы их поставим. Ага, тяжелые стрелки, вот тут держите позицию. Угу. Тут рыцари едут. Замечательные, прекрасные. Что-то они от меня быстренько убегают. Грейс убила свадийского рыцаря. Да мне все равно. Мне нужны рыцари, рыцари. Я просто машу куда-нибудь этой дубиной, не знаю куда. И попадаю под эту самую, под эту свадийскую пехоту, которая меня сейчас забьет, короче, да? Так, убегают свадийские пехотинцы. Ну, однако, возвращаются. Все-таки они не успокоились. Ты зараза. У него двухручный меч. Это мечник. Это свадийский мечник. Двухручный я увеличил до 309. В общем-то, мало раненых. Я думаю, что они побьют этих несчастных пару рыцарей, которые у них были. Очень жалко, конечно. Да, рыцарей нет, уже моя тяжелая конница туда. Так, девок надо сюда перебазировать. Наверное, сюда их перебазируем, значит. Вот тут, значит, вы, девочки, вот тут будете стоять, вот тут держать позицию. Да. А я, наверное, позову свою лошадь, а что ж делать? Где она? Где ты есть? А, вот она, лошадь. Ага. Угу.
это пехота графа Дэвида. Конечно, интересует сейчас только Дерим. Я не думаю, что я буду сейчас на него нападать, на Дерим. Хотя посмотрим, сколько там людей. В общем-то, у меня много, это самое. Войск сейчас много, я смогу, может быть, даже захватить и Дерим. У меня есть 5 командиров отрядов. Или 6 даже, по-моему. Все, мы победили их. Рыцари убиты. Все. Граф Клайс, да гуляй. Условно бились. Может, я задумаю взять это самое. Да, мало пленных, много. Убитый всех. И рыцари убили всех. Готово. Доступ к вещам. Ну вот у нас появилось, значит, это самое. Латный доспех, еще одна лошадь. Вот еще один щит. Ну и прекрасно, конечно. Все это очень хорошо. На самом деле. Да, но это мы будем продавать. Все. Ну, конечно. Мы возьмем все-таки, наверное, вот эту. Лучше вот это мы возьмем, чем вот эти. Все эти шкуры там, и расшкуры. Так, полотно 250, крючок рукавицы 350. Эсуль 255, 310, накладные поножи. Ну все, дальше уже не будем, потому что там оставить вещи в добыче. И поедем, значит. О, тут есть прекрасный караванчик, значит, этих самых нордов. И мы поторгуем с караванчиком. Да, я хочу торговать с тобой. Продолжить. И мы ему продадим, значит, вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все вот это продадим. Оставим только то, что нам надо. Вот это нам надо, мы его ставим. Курятина, свинина. Наверное, ставим курятину, свинину. Эту. А говядину продадим. Вот так вот. На 4700 мы ему продали. Продолжить. Отряд у нас такой, всякой. И, значит, где у нас тут, кто у нас тут, чего у нас тут, этот самый... Адам. Адам у нас поговорит с Адамом. На твое вооружение, снаряжение. И мы Адаму будем давать вот это, значит, щит дадим. Лошадь не знаю. Ладный доспех тоже не знаю. Так, я не знаю, лошадь. У Адама. Ян. Адам и Джошуа. Нет, лошадь мы дадим Джошуа. Угу. Лошадь мы дадим Джошуа. Все, назад. Ну, важно. Угу. Где у нас тут? Даниэль бомбает. По-моему. Оно твое имущество бомбает. Угу. Лошадь, щит и ладный доспех. И вот эту шапку мы отдадим Бомбайду, а вот это уже все Даниэлю. Будем вот так у них собирать вот эти рыцарское шматье, чтобы в следующий раз уже не волноваться, где искать там его. Так, Амбра. Поговорить с Амброй. О твоих навыках, Амбра. У тебя 13 силы, Амбра. Ну и все, собственно говоря. Пока что мы тебе ничего не будем добавлять. Пусть очки останутся. Значит, о твоих навыках, Амбра. Ой, шара, у тебя будет 13 силы шара. Готово, и не важно. Да, ну вот и все, все, да. Ян. Джошуа. Вот Адам у нас.
вбивает за из общей такой это самое, ну пусть пока. Так, готово. Сохраняюсь и посмотрим. Ха-ха, Джон Харрингтон с тяжелыми своими 4 всадниками. У него 200 человек, и мы, в общем, можем влепить Джону Харрингтону по шапке надавать. Он думает, что он нас сейчас победит. Угу. Да, 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 мы будем сражаться до конца. Джон Харрингтон. Да. Все, конец. Мы посадим верхом. Ага. Здесь верхом. А конец стрелков спешит. Вот так. Все. И сейчас тяжелых стрелков своих выставим на горке. А там 4 всадника Джона Харрингтона. Ха. Сейчас они, конечно, нам всыпят по первое число. Он их уже положили. Так, девочки, вот тут будете стоять. Тяжелые стрелки. Держать тут позицию. О, тут, короче, он уже пытается, пока тут команда уже бьет. Тяжелый всадник Джона Харрингтона. Последний тяжелый всадник Джона Харрингтона. Я спешусь. Не успел я ударить. Так, давайте, девочки. Да, вот. Вот тут держите позицию. Вот тут. И не стреляют. Значит, мы их поставим вот здесь, вот между этих, вот тут, да. Так, держать вот тут позицию, вот тут держать. Угу. И конные стрелки эти заспаунятся, тоже будут держать вот тут позицию. Сейчас девки будут расстреливать свои стрелы практически в упор. Перебьют нахрен, на те тормоз. Ты, конечно, поспеши. Забьют нахрен. Все, забили. Да, давайте. Не могу я скомандовать вот так. Угу. Жасмина, глушун, грыз. Да, поспешили я выставить их здесь, их надо было дальше туда выставить, все-таки оставить на месте. Сейчас их перебью. Арбалетчики эти перебью. Ну шо ж, и великие эти полководцы ошибаются. Ну правда я не в этом моде великий полководец. А в Prophecy of Pandar там великий, прям величайший полководец. Ага. Там у меня такое достижение есть, великий полководец. И здесь я великий дурак. Взял все, последнего тяжелого лучника. Мы последнюю тяжелую лучницу с этой завалили. Свады. Но, дело плохо. Ну как в смысле плохо? Они, понятно, что я их не потерял окончательно. Так подставляют.
Вот наша леди Тамара крутится, сейчас ей надают по заднице. Ты леди Тамаре. Но с другой стороны, как ее надо прокачивать, потому что она, я говорю, она будет вассалом. Собственно говоря, мне и не нужны будут, я тут я говорю, что там надо будет вассалы, когда они придут там туда-сюда. Ну, в общем-то, у меня уже в принципе так принципиально, если подойти к вопросу, то у меня уже есть 18 вассалов, 17 НПСов, плюс леди Тамара, конечно, это мне достаточно было бы. Так, доступ. И тут у нас есть рыцарская лошадь. Доспехи эти все, садистские двухручники, вот это вот все. Остальное все мы, значит, заберем на продажу. Собрать остальные 19 вещей. Отряд, и здесь у нас, значит, Даниэль. Поговорим с Даниэлем. А на твое имущество, Даниэль. И здесь мы ему отдадим и лошадь, и вот это все. Доспехи, ладные сапоги. Вот это, вот это. Асфальтистский двухручник. Железные поножи я, наверное, буду уже продавать, потому что они не нужны уже, да. А двухручник мы отдадим Амбре. Зачем он нам, правда? Вот тут уже этих двух. Да ладно, пусть будет. Господи, не проблема. Так, не важно. И, значит, Амуниган. Поговорим с тобой. О твоих навыках, Амуниган. Ну что ему дать? 15 силы мы дадим ему Нигану. Да ему надо не силу, ему надо ловкость, у него мало владения оружием. Да, Амуниган, старайся, готово. Не важно, Амуниган. И здесь Лукаш. Поговорим с тобой, Лукаш, о твоих навыках. У Лукаша у нас владение оружием тройка, ему тоже дадим 10 ловкости. Готово, и не важно. Молли. Поговорим с Молли о твоих навыках. И мы все-таки дадим 15 сил. Не, не будем давать 15 сил. Все равно там десятка, 18 интеллекта. Упаковка и перевязка ран. И стрельба из лука. Готово, не важно. Леди Тамара, поговори с тобой. Да, любимая, расскажи о твоих навыках. У нее 12 сил, ловкости 8, интеллекта 6, харизмы. Короче, никуда вот так вот. Вот никуда. Просто тупо никуда. Владение оружием. Значит, ей нужна ловкость. Ловкость. И мы ей дадим опять железную кожу. И мы ей добавляем древковое и одноручное. 12 силы. Ловкость. Надо было бы, конечно, ей дать 13 силу. Да, наверное, мы ей дадим 13 силу. Железную кожу. Древковое оружие и одноручная. Готово. На твое снаряжение. Ага. Понятно. Назад. Продолжим путь. И здесь мы, значит, кто у нас? Даниэль. Поговорим с Даниэлем на твое вооружение и на твое имущество. И возьмем у него здесь Моргенштерн. Ага. И дадим его леди Тамаре. Леди Тамара. Иди-ка сюда, леди Тамара, где ты там есть, леди Тамара, поговорить. Так, назад. На твое имущество, леди Тамара, назад. Твое снаряжение. Балансированный булатный меч мы заберем. Отдадим тебе Моргенштерн. Все. Балансированный булатный меч вирского всадника я положу в инвентарь. Посмотрим, как она будет Моргенштерном. Если будет успешно, значит, мы оставим в походном арсенале этот булатный меч. А если не будет успешно, значит, мы вернем назад ей булатный меч. Так, Даниэль, поговорить. Конечно, вот это вот Марокко, вот это возиться с этим имуществом. Конечно, лучше было бы, чтобы имущество все было в одном месте, как-то так. Я не знаю. Ну, как-то так, чтобы более-менее все было централизовано. Или там как
Ага, ну сейчас мы... О, у нас тут граф Уильям Дединард опять катается. И мы посмотрим, что там у графа Уильяма... Опять одна пехота. Угу. И граф Джозеф, у которого есть, правда, два рыцаря. Но у меня 139 человек. В принципе, я не могу, конечно, этого графа Дединарда. Гвардейцы личного круга, благородные гвардейцы. Давайте попробуем этого Делинарда, короче, бахнуть. Ради бога. Ну, правда, еще Мэтью тут все. О. Так, мы снова встретились. Сдавайтесь. Граф Делинард. Их 139, у него да, сумма. Посадим верхом. Лучнички тяжелые. За мной будут следовать. Конные стрелки у нас спешатся. И тоже будут следовать за мной. Все. Идем, ребятки. Будете стрелять. Угу. Пехота, и сейчас мы всех этих иконных стрелков и своих тяжелых стрелков выставим где-нибудь на горочке. И пусть они здесь спокойно стоят, пуляют. Ну, прекрасно справляется наша конница с ними, со всеми, с этой пехотой. Ну, понятно, что пехота против конницы не тянет. Ну, не тянет там, ну, что-то сделать. Да. Наши лучнички. Да, вот здесь лучники, держите позицию все. Иконные стрелки и тяжелые стрелки вот тут держать позицию. Все. Здесь не так, как в профессии Кендер, где нельзя управлять отдельно группами. Здесь можно всеми сразу управлять, и это очень хорошо. Мои лучнички будут расстреливать. Кто-то будет добивать. Вот, конница будет добивать. Гвардейцы личного круга убили. Мы победили графа Делинарда. Продолжить, граф Делинард. Мы славно бились. Мечников возьмем, его тяжелых пехотинцев, метких арбалетчиков. Хорошие ребята, мы их продадим. Здесь у нас есть старшие дружинники, младшие дружинники. Ну вот вегиры. Тяжелый всадник есть. Копьеносцы, оружеборцы. Тяжелые арбалетчики вегирских и меткие лучники. Готово, доступ к вещам. Ну опять же я говорю, здесь у нас в принципе, конечно, Делинард. Ну все остальное такое же самое. Оставить вещи в добыче. Не знаю, кое-что мы, конечно, вот скинем. У нас Джошуа повысился. Поговорим с Джошуа о твоих навыках, Джошуа. Джошуа, у нас два владения оружием. Ловкость, конкретно ловкость Джошуа надо. Готово, не важно. И значит, кто-то еще, наверное, повышался, нет? Так, Даниэль, опять поговорим с Даниэлем на твое имущество, Даниэль. Здесь мы тебе дадим вот это и вот это. Все остальное будем продавать. Может, меч еще возьмем один, заменим у Авы. Заберем, значит. А, не у Авы. Неважно. У Амбры. Заберем из имущества какой-нибудь свадийский меч. Отдадим большой двухручный. Вот этот двухручный. Угу. Ну, что нет, тут еще какие-то свадийские, еще свадийский.
большие поставляем вот эти вот. Ну, они такие же самые точно, просто у них на 10 сантиметров больше длина. Все. Или чего там? Метров, дюймов, граммов, что там? В чем измеряется длина в этой игре? Здесь длина 130, а у этих длина 120. Все. Вот поэтому мы оставим эти большие, а сводистские продадим. Ну вот, значит, теперь у нас есть норский караван, который прекрасно у нас все купит. Это все. И мы, значит, еще поможем Байрону Гасти. Угу. Ну-ка, караванчик, караван. Стой. А, я хочу с тобой торговать. Продолжить. И я ему продам вот это все, короче, что у меня есть. Там караван. Моргенштерны тоже продам. Уже, ну, некуда их набирать, у меня уже у всех есть. Полно их. Все. 5300, нормально. Продолжить. Я сейчас посмотрю, может, я кому-нибудь отряд. Ну, у меня, в общем, некого отдавать. Вегильских тяжелых я же не отдам. Все правильно. Старшие дружинники, поговорю со старшими дружинниками. И насчет денег, как стать наемником. Все прекрасно, у меня есть вегильские конные наемники. Готово. И, значит, я буду помогать, не знаю, я прям разрываюсь. Или помочь Гасти, или разграбить караван, который бежит от меня, свадийский. Ну, просто, ну, у меня есть, в принципе, что это самое. Наверное, я помогу Гасти. Гасти помогу. Ну, это будет все уже в следующем видео, да. А пока. Все.